О, что это? Ура, вышло солнце! А мама вчера обещала, если будет солнечно, то мы сегодня пойдем в бассейн купаться! Давай! Я вчера себе купил супер-мега-надувную штуку! Сейчас увидите, что это такое! Так, а где тут эта надувательная напитка? А, вот же она! Сейчас как, надую? Ну все, готово! Кстати, это даже как бы тут! Ну что, мой цыпленок, сегодня ты или утенок? Утенок, наверное, уже плавает. Отправляешься в первое плавание. Мама, мама, сегодня на улице тепло. Ты обещала, что мы пойдем в бассейн. Да, да, я помню, Макс. Ну, так в бассейн пойдем? Пойдем, пойдем, но я хотела все вместе. Может, подождем папу? Ага, мама, знаю. Пока папу ждем, там туча, гроза какая-нибудь. И опять никуда не пойдем. Можно я сейчас пойду, а? Прямо сейчас? Ты же только что встал. А как же завтрак? Начинается. Мама, ну в обед позавтракаю. Ну, можно? Ну, ладно, ладно, иди. Спроси у Кати и Дианки, может, они тоже хотят. О, отлично, спасибо, мам. Катя, Катя, хватит спать. Дианка, вставайте, вставайте, сегодня отличная погода. Пойдемте в бассейн купаться. Макс, в бассейне с утра очень холодная вода. Дай ей немножко прогреться. И вы туда же. Короче, мама мне сказала у вас спросить. Не хотите, как хотите, я один тогда пошел. Или вам 15 минут, чтобы собраться. Я пойду в бассейн, Макс, меня подожди. А ты будешь брать круг, чтобы купаться? Да какой круг, Дианка? Я купил себе мега крутую штуку. Надувного гигантского утенка. Он даже больше матраса. Ух ты, здорово! А дашь поплавать? Дам, дам, только недолго. Давай быстрее собирайся. Макс, Макс, ты мне вчера обещал со мной порисовать. Пока Катя спала, я взял у нее карандашики. Давай рисовать, Макс. Макс, ты где? Ух ты, а это что такое? Это что, утенок батут, что ли, новый? Ух ты, на нем так здорово прыгать. Круто! Ой, допрыгался. Ну вот, рассыпал все карандаши. Нужно срочно собрать, а то сейчас Макс придет, будем рисовать. Так, два нашел. Где еще? О, зеленый и желтый. А что такое шипит? Утенок сдувается. Во, дырка у него. Воздух выходит. Стой, не уходи. Меня Макс убьет. Как, чем бы ее заткнуть или заклеить каким-нибудь скотчем или бластырем? А если я уйду и дырку не буду затыкать, он сдуется сейчас ведь. Ой-ой-ой-ой-ой, нужно срочно отсюда бежать. Ребята, если что, вы меня не видели. Порисовал, называется. Даник, Даник, это что пришел? Ты же хотел идти с Максом рисовать. Эх, мама, мне кажется, он теперь никогда со мной рисовать уже не будет. Даник, а что случилось? Эх, ничего особенного, мама, скоро услышишь. Макс, я готова. Иди показывай своего гигантского утенка, на котором я сегодня буду плавать. Так, Дианка, во-первых, он новый. И плавать на нем буду я. А когда наплаваюсь, дам тебе попробовать. Ну, пойдем, он у меня в комнате, я его уже надул. Ну, смотри, как тебе? Ну, не знаю, так себе. Ты же сказал, что ты его надул, а он вон какой-то расплющенный. В смысле расплющенный? Что? Что с моим утенком? Как он сдулся, я ж его заткнул. Карандаши какие-то. Воздух выходит, да тут дырка. Так. Даник, это ты лопнул моего нового утенка. А ну иди сюда. Ну все, слышала. Даник, как так получилось-то? Да, мам, я к нему пришел, хотел порисовать. Принес карандашики, а там этот утенок. Я как давай на нем прыгать, он такой надувной, как батут. И карандаши случайно просыпались, я их начал собирать в пачку обратно. А потом как случайно ткнула, он как зашипит на меня и сдулся. Да, все понятно. Мама, мама, Даник проткнул мою новую надувнушку. Макс, ну не ругайся, я дам тебе денежек, купишь сегодня такого же. Ага, спасибо, не куплю, он последний был. Даник, ну как так получилось-то, а? Я на нем даже ни разу не искупался. Зачем ты мне его проткнул? Макс, а я говорю, не ругайся, он не специально. Макс, конечно, я не специально. Я хотела с тобой порисовать, ты мне вчера обещал. Пришел с карандашиками, он такой надут, и я начал на нем прыгать, карандашиком хоп, рассыпался. Ну, ты понял, случайно я проткнул. Эх, Даник, Даник, ну чем я теперь буду плавать? Вообще не пойду в бассейн тогда. Макс, ну ты долго, я тебя уже жду. Катя уже проснулась, приготовилась, собралась и в бассейн хочет идти. Ну, только тебя ждем. Ну и ждите, я в бассейн не пойду. Я хотела искупать своего нового утенка. Да ладно тебе из-за какого-то утенка, ты же сам прекрасно умеешь плавать. Пойдем давай. Да не пойду, у меня уже нет настроения. Я хотела на нем поплавать, попрыгать с него, понырять. Эх, он был такой огромный, можно было как на матрасе полежать, можно было с него нырнуть, потом залезть обратно. Эх, я так размечтался, а сейчас вон сдутый, как лепешка. Так что не мешай, я буду это, попы там все тут, стресс снимать. Очень жаль, мы тогда с Катей пойдем поплаваем. Ну и что сидим, кого ждем? Макс, ты не можешь попы там наиграться? Пойдем давай быстрее, там такое солнце.
Катя, он уже не хочет. Даник случайно лопнул его утенка. Все верно. Идите купайтесь. Макс, да брось ты из-за какого-то утенка. У тебя же еще был плавательный матрас. Возьми его, да и все. Ага, а ничего, что матрас я лопнул в тот раз. И теперь у меня нет ничего. Макс, да я дам тебе свой круг тогда. Ага, а давно ли на твой круг можно забраться, на нем полежать и с него понырять? Это ж не матрас. Матрас. Слушай, Макс, а ты как думаешь, поп-иты плавают или утонут? А я знаю, Кать, а что? А то, что у нас с вами очень много поп-итов. Давайте возьмем их с собой в бассейн и посмотрим, можно ли на них плавать, как на матрасах. Посмотри, вот этот мне подходит как раз. И это мой поп-ит, давай слезай. Точно, здорово. Давайте проверим, можно ли плавать на поп-итах из Simple Dimple. Так, собираем всю свою армию пупырок и идем в бассейн тогда. Катя, Дианка, ну вы где там? Пойдемте уже скорее купаться. Ну, здравствуйте, только сидели тебя полчаса уговаривали, уже мы и не успеваем. Пойдемте тогда. Ну что, готовы проверить, плавают ли наши поп-иты или тонут? О, круто, смотрите, он плавает, плавает. Так, следующий Simple Dimple. Смотрите, смотрите, Simple Dimple тоже плавает. Отлично, так, следующий. О-оу, этот не плавает почему-то. Так, пока у нас один поп-ит плавает, Simple Dimple, а один утонул, представляете? У нас остался еще один, светящийся. Так. Плавает или тонет? Ну что ж, попробуем, как он в виде матраса. Так-то ничего, смотрите, он меня выдерживает. На нем можно прекрасно плавать и нырять. Ха, Катя, Дианка, идите сюда. Так, попробуем вот этот матрасик. Так, ну я смотрю, поп-ит разобрали. Один у Дианки, один у Макса, а мне достался Simple Dimple. Ну что ж, попробуем на нем искупаться. Это и правда здорово, Макс, я плыву к тебе. Ну что, друзья, мы будем купаться сегодня в бассейне на поп-итах. А вы ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Даринелка ТВ. Эй, подождите, подождите, мой поп-ит утонул. Утонул, смотрите. Так нечестно, ты же только что плавал. Короче, Катя, двигайся. Мой поп-ит ушел ко дну. Получается, что они вроде плавают, но если на них попадает вода, они сразу же тонут. Поэтому очень ненадежно, как матрас. А вот Simple Dimple отлично плавает. Поэтому, Катя, двигайся, давай, двигайся.